Рецепт недели на этот раз – фаршированные лимоны. Нам понадобятся лимоны, болгарский перец, сардины, соль, черный перец, красный лук, майонез, маслины, зернистая горчица и петрушка. Ошпариваем лимоны кипятком. Срезаем верхушки и делаем на цедре несколько вертикальных надрезов. Отделяем мякоть. Шинкуем лук, сладкий перец, мелко нарезаем маслины и петрушку. Сардины с небольшим количеством масла разминаем вилкой. Смешиваем все ингредиенты. Приправляем горчицей и майонезом. Солим и перчим. Наполняем лимонные формы получившейся смесью и выкладываем на тарелку. Получается красивая и аппетитная закуска. Итак, еще раз. Ошпариваем, отрезаем, шинкуем, смешиваем, приправляем, фаршируем. Приятного аппетита желаем вам мы и кулинарный блогер Екатерина Соколовская.